В ведении МБУ «Дорсервис» находится более 300 километров муниципальных дорог. Объем это не маленький, а в зимний период обслуживать их требуется куда интенсивнее, чем летом. Состав технического парка будет довольно внушительный. Для обслуживания муниципальной дорожной сети будет использоваться 60 единиц техники, из них 14 тракторов, 7 комбинированных дорожных машин, 9 единиц погрузочной техники, 8 единиц самосвалов, плюс дорожные мастера, газели и средства малой механизации для обслуживания тротуарной сети. 3 года назад в «Дорсервисе» было обновление автомобильного парка, и время от времени он пополняется. Вот и сейчас со дня на день ждут прибытия еще 11 единиц уборочной техники. В парке «Дорсервиса» немало многофункциональной техники. Например, вот эти КАМАЗы летом работают как поливочные машины. Зимой их переоборудуют под уборку снега. А сзади вместо бака для воды устанавливается емкость с пескосоляной смесью, с помощью которой будут обрабатывать дороги зимой. Все работы по переоборудованию техники к зимнему сезону планируется закончить до ноября. До конца октября будет заготовлен необходимый объем противогололедной смеси. Уже сейчас эта гора выглядит внушительно, но реальные размеры будут куда больше. Это все мало, тут будет очень много. 10 тысяч кубов обещали в этом году замешать. То есть, а это примерно какая часть от того, что должно быть? Третья, наверное, или четвертая, если честно, так вот где-то. Песок привозят тонарами, также соль привозят тонарами. И вот перемешиваем с этой пропорцией 7 к 3. 30% получается пескосмесь. Грустный момент в этой истории такой, что по весне убирать песок с дорог придется также работникам «Дорсервиса». В зимний период около 150 человек будут выходить на дороги ежедневно. Это не только водители грейдеров и автомобилей, но и те, кто будет убирать территорию вручную или с помощью мобильных снегоочистителей. Режим работы круглосуточный. Стихия и снегопады у нас непредсказуемые, поэтому штат постоянно находится на базе. В случае экстренных каких-то ситуаций готов выехать незамедлительно. Традиционно зима в России наступает внезапно, но, судя по всему, дорожные службы встретят ее во всеоружии. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.